Как правильно составить письменную претензию о неисправном или некачественном товаре? Письменная претензия составляется в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества, адреса и иной контактной информации заявителя, наименование товара, даты и места его приобретения, способа оплаты, обнаруженных недостатков, времени и места его приобретения, способа оплаты, обнаруженных недостатков, времени и обстоятельств их обнаружения, заявление об отказе от исполнения договора купли-продажи и требования о возврате уплаченной за товар суммы. Целесообразно написать два экземпляра претензии. Необходимо, чтобы на одном из них лицо, принявшее претензию, проставила свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества, должности и дату принятия претензии. Этот экземпляр претензии нужно оставить себе в подтверждение обращения к продавцу. При отказе продавца принять претензию или проставить на втором экземпляре отметку о приеме, рекомендую направить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, что позволит в случае необходимости подтвердить соблюдение претензионного порядка. После возврата товара в случае необходимости продавец проводит проверку качества товара, покупатель вправе участвовать в проверке его качества. При отказе продавца разрешить вопрос в добровольном порядке рекомендуем обращаться с иском в суд. Приглашаем за покупками в Мегамаркет Континент. Для вас огромный выбор одежды и обуви для всей семьи по низким ценам. Вас ждут в Доме торговли по адресу переулок Революционный, 6, 2 этаж.